Привет! В этом видеоуроке мы рассмотрим 5 классных упражнений для тренировки наката справа, либо топ-спина справа. Начнем от самых простых и будем уже их усложнять. Итак, первое упражнение – это классическая игра по диагонали справа направо. Наша задача – играть, стараться в самый угол. Наш оппонент подставляет, он получается как ведущий. Мы играем уже на технику и играем вправо. Поехали! Итак, второе упражнение – это у нас усложненный вариант первого упражнения, когда мы играем право, центр. Наш ведущий игрок, кто нам делает подставку, он делает нам разброс в правый угол и в центр. Наша задача здесь также играть технично, соблюдая все наши углы, все наши правильные положения ног. И главный акцент уже на ноги. То есть мы играем с перемещением, либо накатом, либо топ-спином. Итак, поехали. Итак, третье упражнение, это у нас еще более сложное упражнение, когда мы играем по 3 направлениям, это право, центр и лево. Здесь мы, получается, будем играть так называемый веер, в углу играем право, в центре играем право, здесь играем слева. Поехали! Четвертое упражнение – это у нас игра по прямой. Главное отличие в том, что мы играем по более короткой дистанции, нежели когда мы играли по диагонали, и наша задача – более делать технично и более коротко. Итак, поехали. Играем справа налево по прямой. Пятое упражнение – это упражнение, когда мы играем по левой диагонали и делаем перескок в левом углу. Это такое ключевое упражнение для начала атаки с левого угла, правым накатом, правым топсом. Очень ключевое упражнение для атакующего стиля игры. Итак, ну что мы будем делать? Мы будем в левом углу делать перескок вправо-лево. Играем по левой диагонали. Поехали! Мы рассмотрели 5 упражнений. Эти упражнения могут быть использованы как для тренировки топ-спина, так и наката. Применяйте в вашем процессе тренировочном. Растите успехов!